В Одессу прибыл первый белорусский троллейбус, который долгое время простаивал на границе из-за проблем с растаможкой. 47 таких машин закуплены за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития. Всего 8 миллионов евро на закупку транспорта. Белорусские машины снабжены дизельным генератором, который будет выручать водителей и пассажиров при отсутствии электричества. Машины оснащены пандусами и системой гидравлической осадки. Но у нас есть трозы, там тоже так, но она сама не опускается. Просто пандус выбрасывается, ну, кидается и все. А здесь она наклоняется еще пандус. Для инвалида это будет очень удобнее, я думаю, и комфортнее. Не надо будет... Поставить в Одессу все 47 троллейбусов производитель обязан к июлю будущего года, но обещает выполнить условия контракта уже к концу весны. А курсировать машины будут преимущественно по линиям 7 и 10 маршрутов. Там, где опустил, дальше автономный ход, бак на 80 литров, фактически может ездить как автобус. Машина очень современная, так скажем, замечаний технических каких-либо вот за несколько дней, пока, а уж это, поверьте, мы ее... Вдоль и поперек посмотрели, мы пока не нашли.